1 мая – особый праздник и для сотрудников столичного Казмедиа-центра. Только в телесемействе агентства «Хабар» работают представители как минимум 20 национальностей. Сабина Балашкина о дружбе и взаимопонимании. Рена Досалиева по национальности кыргызка. Вот уже 2 года работает продюсером на телеканале «Казах ТВ». Следит за тем, чтобы новости и программы на ее родном языке выходили в эфир без ошибок. Признается, долго коллективу привыкать не пришлось. Между казахами и кыргызами там традиции все один, почти одинаковые, только разница в языке. Да? Здесь легко, мне кажется, здесь разные национальности. Там, например, и русские есть, и казахи, и узбеки, и кыргызы. Вместе работаем, как одна семья. А продюсер Билкис Бахари родом из Малайзии. В Казахстане девушка не планировала оставаться на всю жизнь, но любовь заставила изменить планы. Она вышла замуж за казаха. Когда я первый раз приехала в Казахстан, я работала с русскими и казахами. И сейчас работаю с представителями разных национальностей. Казахстанцы очень гостеприимны к иностранцам. Мне очень повезло оказаться здесь. Я чувствую, как меня тепло приняли. Мы должны в 2 минуты все самое лучшее, самое интересное, все сочные планы туда нужно положить. Потому что это очень ответственный сюжет. На примере Казмедиа-центра видно, насколько разное у нас общество. Казахи, русские, украинцы, немцы, корейцы – все вместе делают одно общее дело. Это даже здорово, знаете, то, что мы все такие разные, но мы едины по духу. И хорошо друг друга понимаем в работе, в творчестве. У всех какие-то разные идеи. И, в общем, мы всегда же очень дружные, друг друга понимаем. И вообще мы большая телесемья. Итак, в любой семье каждый как может поддерживает друг друга профессиональными советами, теплыми словами, не обращая внимания на национальность, вероисповедание и язык общения. Сабина Балашкина, Аяду Симбаев, Хабар 24.